Всем привет! Сейчас собралась делать тартар из лосося и вспомнила, что я обещала показать рецепт, как я его делаю. Вот, смотрите, значит, что нам надо, какие ингредиенты. Собственно, сам лосось, филе лосося. Далее оливковое масло, соевый соус, пол лимона. Паприка любая, красная, зеленая, желтая по вашему вкусу. У меня была красная, поэтому я беру красную. И я беру сегодня петрушку. Очень советую также использовать базилик. Очень вкусно получается и очень ароматно, но, к сожалению, я его забыла купить, поэтому я сегодня, чтобы было тоже и краску какую-то добавляла, какую-то зеленизну, вот, я решила добавить петрушку. Значит, какой лосось я использую? Я скажу так, я не очень сильна в рыбе. У меня два вида лосося. Кто разбирается, напишите, пожалуйста. Просто вот филе лосося без кожи. Оно более жирное получается, вот этот филе лосося. Это я брала, кстати, в Лиделе, кому интересно, кто из Германии. И также вот такой Пацифик. Как дикий лосось, да, называется, тоже без кожи, но этот менее жирный. Поэтому я взяла два вида, думаю, чтобы его так соединить, чтобы не сильно жирный был, поэтому у меня так получается. Значит так, смотрите, режем вот такими кусочками, такими кубиками наш лосось. Будем сейчас лосось мариновать. Значит так, смотрите, берем лимончик. Польем сразу лимончиком. Очень классно, кто-то из моих подписчиков также посоветовал мне на пару секунд в микроволновку поставить лимончик. Поэтому я ставлю, и сок потом намного-намного лучше выжимается. Буквально сейчас будет это пару секунд, даже, я скажу, не пару минут. Вот, совсем немножко, и сок прям будет вытекать оттуда. Ну все. Секунд 5-10. Я надеюсь, уже нормально достаточно этого будет. Да, вот смотрите, как вытекает хорошо. Поэтому такой совет. Вот так вот выдавливаем лимончик. Так, далее добавляем нашу паприку. Так. Делаю одной рукой. Что неудобно, одной рукой держу камеру. Кстати, очень интересная история вообще тартара. Кому интересно, просто в гугле наберите, что такое тартар. Очень интересно, оказывается, вообще это... соус когда-то созданный французами, но сильно налила, но ничего страшного, думаю, сильно соль не надо, потому что соевый соус соленый сам по себе, да. И пошло вообще это от татарин, название такое тартар. Ну почитайте, очень-очень интересно, чтобы я сейчас все не пересказывала. Далее немного оливкового масла, буквально немножко, не знаю, где-то, ну, 2 столовых ложки, пусть будет столовую, 2 столовых ложки кому как. Вот, и сейчас добавлю петрушку, она у меня заморожена, неудобно, забуду так добавлять. Так, и так, добавила я петрушечку и все перемешиваем. Ну и вот и все, вот такой тартарчик получился. Я сейчас его поставлю в холодильник, он чуть-чуть настоится и будет вообще очень вкусный. Ну хотя можно даже кушать и сейчас. Рецепт, кстати, не мой, не сама придумала, уже давно подсмотрела у Лили из Франции. Лилечка, если смотришь, большое спасибо, уже пользуюсь этим рецептом не единожды, очень часто делаю, нам очень нравится. Так что, кому интересно, я также оставлю ссылочку на видео Лили, где она делает тартар. В общем, очень-очень вкусно, полезно и очень-очень советую всем. Всем приятного аппетита, всем пока-пока.